Ребят, всем привет. Я, наверное, немножко с оригинальностью судейские делать, к сожалению, не буду. А может и к счастью. Вот. А петь тоже не буду. А чего ты же не слышал? Хотел сказать, наверное, от своего лица и от лица школы менеджера, от лица вот, директора Николая Попова. Сегодня он только... В общем, я очень рад, что вот уже четвертый фестиваль, а несмотря на то, что он только завелся, маленькое пространство, маленькая сцена, но тем не менее, очень рад, что он приходит. Вот. Наверное, хотел сказать, что это отличный стартап танцевальный для вас, выйти на эту сцену, перебороть себя, показать свои навыки, таланты, и мне на самом деле было очень приятно и в начинашках, как в профи, посмотреть на вас. Поэтому низкий вам поклон, спасибо, что приходите. Мы с Николаем, в свою очередь, ждем вас в пространстве MDC Energy каждый день, 24/7. В общем, ребят, давайте друг для друга вот сейчас возьмем и громко пошумим. Спасибо, на самом деле, Танюше, которая уже четвертый раз впрягается во все это дело. Нелегкое, я бы сказал. Вот, спасибо большое, Таня. Ребят, танцуйте, занимайтесь спортом и приобретайте хорошее настроение в